Здравствуйте, меня зовут Марина Морозкина. Я дипломированный преподаватель образовательного центра по программе обучения учению Григория Гробового в Сербии. Хочу поделиться моими результатами, полученными на семинаре в Белграде с 14 связанными приборами развития концентрации личной жизни ПРК-1У трехрежимными с бриллиантами. Семинар проходил с 17 по 26 июня 2019 года. Семинар проводил преподаватель Вячеслав Кунев. Основное в обучении учению Григория Гробового – это изучение материалов учения, изложенных в трудах Григория Гробового. Каждый семинар, каждая книга – это новые возможности по развитию сознания. Понимание текстов приводит к структуризации различных областей сознания. В результате проработки большого количества текстов сознание человека по количеству знаний о фундаментальных законах устройства мира приближается к состоянию души человека. В каждом семинаре, вебинаре, лекции Григорий Гробовой передает свои знания не только вербально. За его словами всегда присутствует огромный объем информации, который находится на духовном уровне. Когда человек пытается понять суть того, что говорит Григорий Гробовой, за счет внутреннего напряжения, сосредоточения, попыток понять сознание человека, выходит на контакт с этим духовным объемом информации и происходит передача и восприятие большого объема знаний за короткое время. Слова, которые мы понимаем, и образы, которые представляем во время прослушивания семинаров Григория Гробового, являются мостом или дверью, через которые в нас поступают божественные знания, необходимые для обеспечения условий вечной жизни всем. Вот почему, когда люди слушают Григория Гробового внимательно, часто у них появляется ощущение усталости. Не всегда можно воспринять весь материал за одно прослушивание. Во время работы с лекционным материалом или текстами Григория Гробового сознание человека выполняет огромную работу по усвоению духовной составляющей его материалов. В своих трудах Григорий Гробовой говорит о фундаментальных божественных законах, на которых построена вся наша реальность. Мир устроен так, что уже просто знание и понимание этих законов позволяет человеку управлять всеми событиями с точки зрения их гармоничного развития. Для увеличения интенсивности обучения, обеспечения вечной жизни всем при использовании программы обучения Григория Гробового, Григорий Гробовой оснастил учебную комнату образовательного центра в Белграде 22 взаимосвязанными приборами развития концентрации вечной жизни ПРК-1У трехрежимными с бриллиантами. Одновременная работа 22 приборов многократно увеличивает силу концентрации, обеспечивающих вечную жизнь, и увеличивает скорость их развития, так как приборы взаимно связаны для увеличения мощности каждого прибора и системы всех приборов в целом. Семинары с 22 приборами проходят в течение 10 дней. Для каждого участника делаются индивидуальные настройки на все приборы. Одновременно в семинаре могут принимать участие до 20 человек, 2 прибора контрольных. Участники семинара каждый день проводят концентрации на разных приборах. За 10 дней каждый участник сменит 10 приборов. Это позволяет быстрее развивать разнообразные концентрации обеспечения вечной жизни. Я приняла участие на семинаре в Белграде в конце июня 2019 года с 14 связанными приборами ПРК-1У трехрежимными. Как я уже говорила, на текущий момент приборов уже 22. Я уже имею опыт применения своего физического прибора ПРК-1У с сентября 2018 года. Я убедилась в эффективности развития концентрации вечной жизни с его помощью, и мне было очень интересно сравнить результативность работы с 14 взаимосвязанными приборами с моим предыдущим опытом. Во время семинара я постоянно наблюдала за своими ощущениями, своим состоянием. Воспринимая материал семинара, я старалась параллельно, как
как можно дольше концентрировать внимание на линзах и бриллиантах прибора. Результат превзошел все мои ожидания. Уже с первых минут почувствовала, что концентрация на приборе, являющемся частью системы приборов, сильно отличается от работы с индивидуальным прибором. Для входа в контакт с приборами не нужно было тратить много времени и сил. На пятый день семинара уже просто брошенный взгляд на линзы прибора мгновенно обеспечивал контакт с прибором, и появлялись ощущения взаимодействия физического тела, сознания с материей вечности, с материей вечной жизни, сильные вибрации в теле, ощущение расширения пространства вокруг головы, закладывание в ушах, ощущение, что слышишь каждую свою мысль, состояние внутренней радости, покоя, уверенности в себе, появление устойчивого желания совершения активных действий для своего развития и помощи всем людям. В предпоследний день семинара я получила практическое подтверждение того, что действительно за эти несколько дней мое сознание, физическое тело, дух получили очень хороший толчок для дальнейшего развития. Как правило, при наличии возможности в один из дней семинара Григорий Гробовой связывается по скайпу с преподавателем и проводит для участников семинара живой вебинар. 25 июня Григорий Гробовой через скайп прочитал для нашей группы вебинар, материал которого дополнял тему семинара. Я смогла прослушать полуторачасовой онлайн-вебинар Григория Гробового в состоянии расширенного сознания. В течение всего времени прослушивания вебинара Григория Гробового я не отрывала взгляда от линз прибора, с которым в этот день работала, все время удерживала мысли на цели. Глубокое понимание смысла материала вебинара Григория Гробового. Я услышала и поняла каждое слово. Я могла следовать за Григорием Гробовым и представлять все образы, которые он описывал. Смогла провести управление по всем методам, которые он давал. Было потрясающее состояние высочайшей концентрации сознания. Каждая мысль была четкой, каждое представление выпуклым. Я почти видела физически те структуры, которые представляла. После прослушивания вебинара я попробовала повторить про себя то, что услышала. Это было потрясающе. Я практически смогла воспроизвести почти половину сказанного Григорием Гробовым наизусть только после одного прослушивания. Было ощущение, что слова Григория Гробового как бы впечатались в ткань моего сознания. Такой результат был получен благодаря работе с приборами, который нес в себе огромную мощь объединенного света материи личной жизни, генерируемого всеми 14 приборами и усиленного многократно именно одновременным взаимным действием всех приборов. Работа с приборами имеет огромное прикладное значение. Она позволяет за очень короткое время воспринять, понять и запомнить большой объем сложной информации. Позволяет проанализировать и принять решение в сложных вопросах. После семинара мне уже гораздо легче понять и увидеть духовным зрением то, что описывает Григорий Гробовой в своих семинарах, уже после первого беглого прочтения текста. На мой взгляд, я получила самое важное с помощью тренировки высокой концентрации сознания с 14 связанными приборами. Моему сознанию наконец стало понятно, как входить в контакт с духовной составляющей материала Григория Гробового уже с первого момента чтения текста. Как будто срабатывает какая-то внутренняя незаметная мышца сознания. Так же, как когда мы хотим рассмотреть физическим зрением то, что очень далеко от нас или очень близко. Мышцы нашего глаза автоматически так настраивают оптическую систему глаза, что мы сразу начинаем различать все необходимые детали объекта. Так и здесь. Я начинаю читать текст Григория Гробового, что-то щелкает внутри, и у меня появляется щемящее чувство радости. Я чувствую, что я понимаю то, что читаю, и могу это представить, а значит запомнить. Я убеждаюсь каждый день, что после участия в семинаре с 14 приборами скорость и точность моего мышления возросли многократно. После семинара с 14 приборами мне стало гораздо проще входить в контакт с моим физическим прибором ПРК-1У. При концентрации на приборе
ощущения стали более яркими и устойчивыми. Для выхода в состояние высокой концентрации при работе с моим индивидуальным прибором мне теперь нужно прикладывать меньше усилий и времени. То есть на семинаре с 22 связанными приборами можно получить мощный скачок в развитии сознания и потом, уже продолжая работать со своим физическим прибором или через удаленный доступ, можно продолжать свое развитие уже с гораздо более высокого уровня. Ну и понятно, так как сила и скорость развития концентрации усиливаются многократно, участники могут быстрее получить результаты по нормированию здоровья, омоложению, развитию управляющего сновидения, управляющему прогнозирования и гармонизации событий в жизни. Большое спасибо Григорию Гробовому за это гениальное изобретение. Это действительно спасение, так как с помощью таких технологий у каждого человека появляется реальная возможность быстрого и эффективного развития. Также благодарю Вячеславу Коневу и Елизавету Бабнар за их напряженный труд и профессионализм. В настоящее время в учебной аудитории с 22 взаимосвязанными приборами развития концентрации личной жизни ПРК 1-3 режимными с бриллиантами постоянно в 2 смены проходят учебные семинары. С расписанием семинаров можно познакомиться на веб-сайте Григорий Гробовой ДОО или индивидуальный предприниматель Григорий Гробовой. Семинары проводятся на разных языках. В частности, у меня запланированы семинары в августе 2019 года с 12 по 21 с переводом на французский язык и с 11 по 20 октября 2019 года с переводом на английский. Буду рада поделиться своими практическими знаниями с участниками семинара. Мы также планируем провести заранее, до начала семинаров, консультации с потенциальными участниками семинаров для тех, кто перечислит часть суммы, которую нужно оплатить за этот семинар, на банковский счет образовательного центра. Мы начнем работать за месяц или за полтора на скайпе. Я организую общий чат и буду отвечать на вопросы и давать рекомендации, как нужно работать с текстами Григория Гробового, с прибором заранее, для того, чтобы на семинаре мы могли получить уже максимально высокую эффективность от работы с 22 взаимосвязанными приборами. Спасибо за внимание. Желаю всем гармоничной, вечной жизни.